Передвигаться будет сложно. Главный лифт сломан. Система говорит, что она в порядке, но код диагностики меняется при каждом моем запросе. Я сообщу, если найду решение. Мил! Это доктор Кальвино. А, я думал, вы легли спать. Или игнорируете меня? Я завтра опоздаю на смену, но хочу, чтобы первым делом собрали новый набор микролинз. Старый уже мне не нужен. Возьмите все, что нужно в машинном цехе. А если Клайв будет выделываться, просто стащите, когда он отвернется. Нам не положено знать код, но я все равно его высылаю.
Внимание! Руководство станции объявило тревогу.
Доброе утро, Талос. Завтрак подается в кафе до 9 часов. Thank you.
Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Ah!
Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Медотеррор Тамстар класса пирамида 490 готов. Не заденьте паёк. Болезни и травм не обнаружено. Боюсь, от меня вам прока не будет. Разве что вас интересуют врачебные факты или шутки. Большинство травм возникают из-за чьей-то халатности. Надеюсь, вы соблюдаете здоровую диету и делаете зарядку. Вы уже пробовали гранаты «Король Небес»? Пища «Транстар» улучшает здоровье и способствует долголетию. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.
Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Расскажите про свой сон. Сон? Да. Я всегда в своей лаборатории. Стою у зеркала. Вы один? Да, да. Что вы видите в зеркале? Ничего. Поначалу я не хочу его включать. Но я не могу удержаться. Я должен его включить. И там, словно черная дыра, огромная тьма. Там что-то плавает в темноте. Я что-то вижу, очертания. Я чувствую, что оно хочет выйти ко мне. Я должен отключить зеркало, пока оно меня не заметило. Но всегда просыпаюсь раньше. На что он похож? Силуэт в стекле. Рад вас видеть. Я ни на что. Он похож на это изображение? Необходим ремонт. Доктор Кальвина, он выглядит так? Нет. Нет, нет. Это я не... Уверены? Откуда у вас этот рисунок? Вы шпионите за мной? Я не собираюсь больше с вами разговаривать. Сараи, заходите. Сара, но вы можете звать меня директор Элазар, Мэтт. Лучше Матиас. Простите, но в вашем деле написано Сараи. Да сколько можно? Мать американизировала имя. И еще час без малого мы будем вот так общаться. Можно прямо сейчас все закончить. Мы говорили о вашей матери. И я думал, что сегодня мы обсудим ваш выбор карьеры, который связан с нею. Я пошла в армию не за тем, чтобы смыться от нее, Мэтт. Просто я была неугомонной. Теперь вам лучше? Неугомонность прошла? Я в порядке. Просто ваша последняя операция, спасательная, я читал отчеты о ней. Я вытащила всех, кого могла. На каждого солдата, которого мы потеряли, приходится сотня спасенных. Да, трагедия. Все же терять своих солдат... Оно того стоило. Мы спасли кучу людей и инфраструктуру. Вести безнадежную борьбу, воевать не с врагом, а с природной катастрофой. Не природной, а рукотворной. Это подготовило меня к работе здесь, доктор Коль. Потому что станция — это тоже потенциальная катастрофа. Мы хорошо обучены и плохо оснащены. Здешние исследования опасны. Хранить их в тайне опасно. Я уверена, что вы согласны. Психотесты – просто трата времени. Трата времени? Как на Земле? Это совсем другое. Да? Гнев? Неповиновение? Год психотерапии – дело нешуточное. Я думала, что эта информация закрыта. Вы злитесь? Начинаю. Как ваша личная жизнь? Или ее отсутствие? Никак. По-моему, вас и мисс Фой, инженера-сантехника, видели вместе. Она заведует санитарно-техническим отделом, и у нас нет отношений. Больше нет. А, при расставании вы испытывали гнев? Проблемы с... К черту! С меня хватит! Жалуйтесь Ю, мне плевать! Они подвергают станцию опасности. Совсем как Транстар Норд. Совсем как на Земле. Идиоты, вы тут все погубите со своими психоисследованиями! Да, вот еще что!
Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности. Thank you.
диагностик. Файлы повреждены. Список, серия, сервис, сервомеханизм. Thank you.
Thank you.